Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як впливає одяг та його колір на наше життя. В гостях нашої студії Наталія Клімова, іміджмейкер та психолог зовнішнього вигляду. Вітаю вас. Тож, розкажіть, будь ласка, чому важливо обирати одяг відповідно до свого архетипу і як правильно його визначити? Так, як правильно визначити архетип? Я дуже рада вітати вас. Єдине таке в мене буде прохання пробачити мене, тому що технічні якісь моменти я на українській мові мені дуже тяжко передавати, тому я перейду, якщо можна, на російську мову. Так, з розумінням прошу поставитися до цього моменту, щоб я найбільше дала вам інформації більш детальніше. Архетип. Архетип – это внутренняя роль каждого человека. Она есть у всех абсолютно. Бывает несколько ролей. То есть человек рождается, и постепенно какие-то роли у него все время преобразовываются. Например, подростки, они все время бунтари. И это проявляется и внешне, всегда. И когда мы определяем архетип, человек понимает, почему он может носить определенные вещи, а почему он не может. То есть ему подбирают даже, да, под задачи стилисты, там работают... профессионалы подобрали костюм, а человек одевает, и все, он не может носить. Это не его роль, и она с ним не совпадает. И вот когда человек идет в развитие, уже пытается где-то поглубже в себя разобраться и разобраться, находит свой архетип, это очень сильно помогает и в выстраивании имиджа, и в выстраивании даже коммуникации с людьми. То есть вот на таком уровне это работает. Ми знаємо багато програм, так, шоу знімають, де стилісти там одягають, готують героя, да. Але потім чомусь воно не носиться. Да, и часто даже я предлагаю с некоторыми психологами я работаю, то есть когда уже девушка прошла определенные процессы преобразования, там решения своих вопросов, мы внешним видом якорим. Но просто подобрать внешний вид, вот именно, да, там, она говорит, я развиваю карьеру, мне нужен деловой, капсула делового костюма. Пока не знаешь архетип, не будет человек носить, потому что, ну, вот из последней ситуации, девушка, у нее архетип правитель и невинный. И все, и только одев ее в розовый костюм, она уже смогла себя чувствовать комфортно. Если бы я ее одела в синий костюм, она бы не смогла уверенно двигаться. То есть і на цьому рівні вот работать. Пані Наталі, чому гонитва за трендами і модними тенденціями це не те, що потрібно? Зараз може некоторым людям не понравиться, угу. Но человек, который гонится за модными трендами, это человек, который не имеет своего мнения. Он зависит от мнения окружающих, и тем самым он пытается влиться, то есть улучшить себя, показать свои достоинства, там, то есть это все про комплексы. Но это не совсем, да, так плохо-плохо. Обычно в этот период попадают люди, которые были на определенном более низком уровне, они пошли в развитие, они что-то могут себе позволить, и вот тогда им надо просто психологически показать, смотрите, я могу. И вот происходит процесс. Обычно, когда уже доходит до определенного уровня, конечно, кто-то и не доходит, это можно часто наблюдать, человек перестает. То есть вот эти все лейбы, эти все большие буквы, все это убирается. Про кольори цікаво. От ви на початку зазначили про рожевий колір. Яка взагалі значимість цих кольорів у виборі підході до зовнішнього вигляду? Смотрите, цвіт – це фізика. Цвет – это энергия волны. Каждая энергия волны по определенному, определенно действует на наш организм. То есть это просто физика, это даже не какая-то там, да, придумали люди. И вот красный, ну, можно быстренько сразу сказать, красный цвет – это физическое состояние, синий цвет – это интеллектуальное, зеленый – это гармония, то есть соединение синего и зеленого, желтое – это эмоции, и фиолетовое – это духовная наша часть. Все. Чем выше волна, тем сильнее она действует на физическое состояние, и чем меньше волна, тем она больше действует на духовное состояние, и физику она уже не трогает. И исходя из этого, мы все равно вот считываем друг друга именно по цвету. Мы считываем даже не сам цвет, а энергию, волну, которую человек излучает этим цветом. Як це виглядає на практиці? От людина в червоному жакеті, припустимо. На практиці красний цвіт
Это физический цвет. То есть красный цвет, когда особенно его много в гардеробе, сразу можно сказать, что у человека очень много накопилось или сексуальной энергии, или агрессивной энергии. То есть она не выброшена. Почему бунтари любят красные рубашки, секс чистый, красные платья в обтяжку? То есть это все про физическую накопленную энергию, которая нету выхода. Вот это так проявляется. Голубой, например, это более воздушный, это про мудрость, это про экспертность. Розовый – это про невинность, но тот яркий у вас розовый mm-hmm. сегодня – это уже про оптимизм, это уже про стремление четко идти к своим целям mm-hmm. и про душевную такую любовь. Дуже дякую за такий аналіз, це приємно. І кожен цвіт можна описати, да, там є ще оттінки, є різні моменти, є питання, дуже часто задаючі питання, одразу скажу, це в чому піти на свидання? Або як обратити мужчину, нужного мужчину? Mm-hmm. І там взагалі вот так вот інформація. Ви зчитуєте якось молодого чоловіка і дівчину, чи як це відбувається, в чому? Нет, если девушка приходит и говорит, нет, есть проблемы в личной жизни, не могу встретить мужчину, то есть первый самый вопрос, который я, по крайней мере, задаю, говорю, какого ты мужчину хочешь? То есть пассивного он был под тобой, партнера или доминантного? Ну, у нас девушки в основном просят что? Принца на белом коне, это любимая история. И вот все эти три категории мужчин будут считывать женщин абсолютно по разным психотипам. То есть пассивы будут их привлекать, сильные женщины в костюмах, жесткие. То есть они ищут себе ресурс, мамочку, которая их будет поддерживать, содержать, или там энергичную и сексуальную женщину. То есть они не хотят прикладывать усилия, и они будут вот считывать таких женщин. Женщины-партнеры. То есть мужчины-партнеры – это уже про интеллект, про интеллектуальность, это уже про правильно поданную фертильность, то есть вот эти моменты. И доминанты. Доминанты – это мужчина, которому надо продемонстрировать свой статус. И статус он демонстрирует тоже женщины. То есть вот эта вся история про силиконовые губы, длинные ресницы, гипертрофированная фертильность – это все про доминантов. Да, они хвастаются своими женщинами. И вопрос, ты хочешь, чтобы тобой хвастались, или ты хочешь выстраивать партнерские отношения? И тут уже такой растерянность идет. А это два разных гардероба абсолютно. Так, звісно. До кольорів. Чорний і білий зараз от викликає так певний дисонанс. Да. Як проаналізувати це? Чорний цвіт. Як працює чорний цвіт? Чорний цвіт повністю все в себе поглощає. Тобто, коли волна, він не має електромагнітного излучення, він повністю в себе поглощає все. Белый цвет, как работает? Падают лучи, если не совпадают волны, оно отражается. Мы видим тогда белым цвет. И смотрите, какая ситуация, люди это не понимают. В депрессии люди начинают носить черный, подростки носят черный. Это говорит, что внутри проходят очень серьезные процессы, там, поиска смысла жизни. Вот это все. И человек в этом состоянии еще больше себя потребляет, а назад ничего не выходит. И это ведет прям вот к углублению, к проблемам, к депрессии. И это надо понимать. У меня вообще такое впечатление, что нам где-то в какой-то момент программу неправильно прописали отношение цвета. Если взять Китай, у них белый цвет – это цвет траура. Он отражает. То есть, и когда я говорю, например, у вас конфликт, оденьте белый цвет, он отразит. Врачи носят белые халаты, он отражает, они не пропускают. Белый цвет работает как зеркало, плюс ты еще открытый, тебе более доверяют, ты экспертный. Черный цвет все поглощается. В нашей ситуации сейчас черный цвет лучше не надо. Очень можно определить по черному цвету у подростков, когда проблемы. То есть даже по одежде у подростков вот количество черного цвета можно определить, строит ли уже тревожится, или еще все нормально, просто проходим подростковый период. Ну и еще есть такое условие, что черный стройный, чи сгодні ви з цим? Нет. Есть очень много мифов про черный, что это элегантный, что это дорогой цвет, что он стройнит, что он не марки. Нет, нет и нет. Стройнит ткань. Жесткая плотная ткань стройнит крой и стройнит качество. Все, формы не поменялись. Да, если у девушки стройные ноги, она делает черные брюки по фигуре, появилась четкая контрастность, да, это будет подчеркивать. Но извините, если у девушки формы некрасивые, они не поменялись.
их может поменять только хороший крой, хорошее качество тканей и, ну, вот, плотность и правильная посадка. И точно так же в белом она будет выглядеть худее, если по вертикали выстроен силуэт правильно. Точно так же в зеленом, в красном не имеет значения, не цвет это делает, а это делает ткань и крой. Де та в яких ситуаціях розставити акценти на кольорах можна? В яких, ну, наприклад, ділова зустріч або вихід на роботу, так? Як краще з цим зіграти? Все залежить від задачі на сьогоднішній день. Тобто з утра взагалі підбирати гардероб краще, які задачі у мене на сьогоднішній день. Якщо мені треба, у мене конфліктна ситуація, мені вистроїти треба дистанцію синій, холодний, голубой. Тобто холодні цвіта вистраюють дистанцію, теплі цвіта на наоборот, привлекают, показывают, что у тебя есть энергия. Исходя из этого, все подбирается. Бывает... Мужчины разговаривают галстуками, женщины разговаривают сумочками. Такие акценты, так. Да. Буває так, що з вечора готуєш певний одяг, так, взуття, на ранок прокидаєшся, і ти вже, ну, в принципі, не хочеш це одягнути, щось інше шукаєш. Чому це так відбувається? Психоемоціональне состояние. Ти ляг в одному психоемоціональному состоянии, так як ми вибираємо в основному гардероб не осознанно, а по своєму енергетичному состоянию, ти проснувся в другому, і, звісно, ти вже не будеш себе чувствувати комфортно в цій одежді, це нормально. Щодо гардеробу, до речі, чому важливо там наводити ревізію, на чому варто акцентувати увагу? Саме більша проблема, особливо у жінок, відкривається шкаф, і от процентів 60-70 вещей не використовується, тобто висить, от все висить. Выкинуть жалко, тут я похудею, тут я подправлюсь, тут надо где-то что-то зашить, и не, то есть не используется. Но каждый раз, открывая шкаф, у тебя очень много выбора, то есть тебе надо проанализировать, это там порванное, это не подходит, это маленькое, и ты теряешься в этом. Когда висит 20-30 вещей перебранных, тебе легко сразу сориентироваться. То есть ты не тратишь много энергии, у тебя нету сложности выбора. Порадьте, будь ласка, за допомогою якого одягу чи підібраного образу краще окреслити свої кордони? Тоже, да, есть формула, которая можно описать, да, и создать свой внешний вид. И вот второе самое важное после цвета – это силуэт. То есть чем меньше границы, ну, есть, да, есть четыре вида силуэта, если совсем упростить. В обтяжку облегающий, полуприлегающий, свободный и трапециевидный, то есть уже расширенный. Вот в обтяжку это вообще границ нету. Ну, все, человек демонстрирует, границ нету. Это очень часто даже в фильмах используется. Девушки это используют в ночных клубах. Второе, полуприлегающий, это адекватное. То есть есть воздух с телом, это адекватно прикрывает какие-то даже недостатки фигуры, плюс показывает, человек готов общаться, готов коммуницировать, и он настроен на открытое взаимодействие. Свободный – это уже человек чуть больше выстроил границу, он уже делает выбор, с кем он хочет общаться, с кем нет, то есть к нему уже тяжелее будет приблизиться. И четвертый, трапециевидный – это королевский силуэт, цыганский, можно сказать, силуэт, захват территории. Вот эти вот тетечки захватывают или контролируют территорию. Щодо впливових людей, політиків, от ви ж відстежуєте, певно, так? Якісь моменти ви бачите, акценти розставляєте. Що можете сказати про тих чи інших людей? Саме більше мені нравилось наблюдати, і, к сожалению, да, королева Елизавета умерла, наскільки чоловіка дуже грамотно все подавалось. Тобто вона до останнього преподносилась як дуже енергічна, дуже така... Вот энергичная женщина, но при этом за счет создавалась стабильность, за счет все время одного и того же, одной и той же модели туфлей и сумки. И это на подсознание, то есть разные цвета, разные. Я прям создавала коллажи, там все цвета радуги абсолютно есть в ее гардеробе. И это очень интересно. Очень интересно наблюдать было за Меланией и Дональдом Трампом. У них всегда почти согласовывались их луки. И сочеталось с галстуком, то есть одежда Мелании Трамп была продолжением галстука Дональда. И он передавал информацию не столько за счет галстука, сколько за счет платья Мелании, то есть опять трапециевидное в обтяжку. То есть. Щодо пана Зеленського, головнокомандуюча, та його першої леді, так? Наш пан Зеленський – це взагалі наше кохання.
Пан Зеленський, очень часто я попадаю на хейтерские такие комментарии, купите ему костюм, почему он в трико, вот я могу просто поаплодировать стилистам и вообще людям, которые это делают, он передает четкую информацию, я защищаю свою страну, я, есть такой архетип простодушный, я как в простодушной, я свой, я в кроссовках, при этом я герой в милитари, и он именно этим тоже создает доверие. Можно, да, да, там не отходить, Юлия Тимошенко. Архетип был создан, ее внешний вид по архетипу заботливый правитель. Все отлично ей верили. Ну, какой-то период, по крайней мере. Пані Наталі, чи можна якось змінити свій настрій за допомогою одягу? Да, конечно. Особенно в карантин это работало. Звонят девушки, сидим дома на карантине, надо выходить онлайн, не могу собраться, не могу. Говорю, значит, с утра встала, одела юбку, карандаш и шпильки. И все. И ты в изоляции? Дома ходишь, угу, в шпильках или хотя бы в юбке-карандаше. Ты уже не уляжешься в этой юбке в диван, на диван. Все. Порадьте, будь ласка, як правильно зробити свій вибір у магазині? Я могу посоветовать, во-первых, не идти в магазин под воздействием или в состоянии «я не знаю, что я хочу». Очень многие девушки, чтобы получить какие-то положительные эмоции, просто идут в магазин что-нибудь купить. И потом это что-нибудь благополучно лежит в шкафу и никогда не используется. Это опять психологическая какая-то поддержка себя. Вот этого делать не надо. Всегда знать, что ты хочешь. То есть ты сделал разбор гардероба, переразобрал, да, что-то выкинул, ты увидел, что тебе не хватает, например, каких-то джинсов, или тебе хочется... Ты отсмотрел в интернете эту модель. Чудесно, если ты еще знаешь свой архетип и по архетипу подобрал. И тогда конкретно ты идешь за покупкой. Ну, это экологическая покупка. Плюс я не советую ходить вечером в магазин, уже прошел процесс за целый день, усталость принятия решений, и это тяжело выбор сделать. Лучше ходить утром в будний день. Вот это такой самый идеальный момент. Супер, дуже корисні поради, дякую. Пожалуйста. У нас є гості, можливо, є запитання. Скажіть, будь ласка, от ви трохи сказали про чорний колір, да, що його зараз не бажано носити. А можливо, ще є які, ще якісь кольори, які не бажано, а які бажано? Ну і може трохи по моделях пройдіться. Я зрозуміла. Чорний, ще раз повторюю, лучше не надо. Особенно соединение чорного з красним, навіть якщо на вулиці, от ви бачите це соединение, то у чоловіка вже агресія піднакопилась, ну, лучше аккуратненько пройти мимо. Чорний з жовтим теж агресія. Це все навіть на природному, ну, от природа, да, пауки, змії, чорно-жовті, жовті ленточки, це все у нас в підсознанні лежить. І коли чоловік вибирає ці цвіти, він на підсознательному рівні вже говорить. Чтобы себе помочь, все пастельные цвета, то есть светло-голубой, светло-розовый, бежевый безумно помогает, просто вот шикарно, бежевый, кофейный, это оранжевый цвет, да, приглушенный серым. То есть он уже несет и оптимизм, и мягкость, и энергичность, и вам комфортнее, тепло, и рядом людям с вами более, они себя чувствуют комфортно, спокойно. По фактурам ткани какие-то вот мягкие, ворсистые, более... Дайте какой-то отдых и заботу своему телу. И это очень помогает. И даже вот с детками многие мамы носят, да, дома черные костюмы. Не надо, детки не видят маму. Вот просто они не видят маму, вот такая черная какая-то пятно. Деткам надо мама вот тактильно, чтобы они прям хотели ее помякать, позмякать, пообниматься. Так, це впливає на психологію дитини. Очень сильно на деток. Тобто я зрозуміла так, що не дуже бажано зараз носити такий одяг, який обтягує, якось сковує, да? Рухи, а такий більш да, вільний, да? Да, більш свободний, більш м'який, більш, да, спортивки ті ж, якщо більш треба консервативно, то все одно краще где-то трикотаж, ну, щоб давало свободу. Краще себе зараз прямо от в жорсткі рамки. Не запихивать, пожалеть себя. И так хватает стресса для мозга, чтобы еще справляться с этими границами. То есть позаботиться о себе более мягко. Дякую. Кроссовки,
Это даже видно, смотрите, даже сейчас, если вернуться к трендам, все равно какое-то влияние они нам дают. Очень модно в этом году ботинки на большой платформе. Так. О чем это говорит? Люди пытаются встать на ноги, поймать стабильность. На шпильках сейчас никто не вытянет. Поймать, вот просто поймать землю под ногами. И в укриття, простіше, бігти не на шпильці, так, а на платформі. Наші реалії, ну да. Так. Дякую вам, пані Наталі, дуже доречні поради, дуже актуальні вони зараз в цей час. Дякую вам дуже. Завжди рада підсказати, допомогти. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як впливає одяг та його колір на наше життя. Гостею нашої студії була Наталія Клімова, іміджмейкер, психолог зовнішнього вигляду. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».